В преддверии Всемирного дня здоровья в областном центре состоялась традиционная массовая зарядка. В данном мероприятии приняло участие более 70 человек. Подробности смотрите далее. На общегородской массовой зарядке был организован целый ряд мероприятий. Спортсмены из Федерации карате совместно с молодежным ресурсным центром и обществом Красного полумесяца дали возможность горожанам оздоровиться и провести время с пользой. На этом мероприятии участвуют студенты из разных университетов и колледжей. Мы проводим такое мероприятие ежегодно. Также завтра пройдет целый ряд спортивно-оздоровительных мероприятий, посвященных Дню здоровья. Помимо разминки на свежем воздухе, был проведен обучающий тренинг по оказанию первой медицинской помощи, а также спортивно-показательные выступления. Молодежный ресурсный центр Акмолинской области совместно с нами, с Федерацией спортивного карате Республики Казахстан, проводим такое массовое мероприятие, посвященное Международному дню спорта. Сейчас вот с молодежью города мы провели утреннюю зарядку, а также наши спортсмены показали небольшой мастер-класс, показательное выступление. Совместно с молодежным ресурсным центром очень много мероприятий проводится. Мы уже сотрудничаем не первый год. Хочу всех поздравить с этим праздником. Студенты отметили особенность подобных мероприятий и поделились мнением, что массовые спортивные оздоровительные зарядки нужны проводить чаще. Я считаю, что это очень важно для поддержания здорового образа жизни не только для молодежи. Я участвую в подобных мероприятиях не в первый раз, сама занимаюсь спортом. Считаю, что нужно заниматься спортом всем, ведь это поднимается настроение и улучшается процесс мышления. Стоит отметить, 7 апреля состоится веломарафон, посвященному Всемирному дню здоровья. Рахат Салеев, Алишер Шакубаев, Кукчи, Акпарат.